В Миассе столкнулись грейдер и троллейбус. Травмы получили 2 человека. Спецтехника и общественный транспорт не поделили дорогу на Тургаякском шоссе. По данным ГИБДД, грейдер чистил обочину, стал перестраиваться и не учел, что слева едет троллейбус. В итоге пострадали 2 пассажира общественного транспорта. Люди в возрасте 45 и 36 лет. Какие травмы получили пассажиры, не сообщается. Известно, что им была оказана помощь на месте. Не пропустил встречный автомобиль. Под Магнитогорском столкнулись 2 иномарки. По данным ГИБДД, водитель Митсубиси при повороте налево не уступил Мерседес-Бенсу. А этот ловкий пешеход чудом увернулся от автомобиля. Хорошая реакция спасла человека от травм. Водитель, кажется, и не думал останавливаться перед зеброй.